На завтра, 16 января, синоптики прогнозируют сильный ветер. Объявлен оранжевый уровень опасности. На дорогах сохранится гололедица. В Лиде проезжую часть коммунальщики посыпают песко-соляной смесью. Тротуары также расчищают от снега и обрабатывают песком. Всего же в районе было заготовлено 7 500 тонн реагентов. Справляться с последствиями непогоды работникам ЖКХ помогает мощная снегоуборочная техника. На сегодняшний день на расчистку придомовых территорий задействовано 75 рабочих по комплексной уборке и 40 уборщиков территории, а также 6 единиц техники по расчистке дворовых и городских территорий. Для уборки дорожного полотна задействовано 4 МАЗа и 2 трактора. Завтрашний день предвещает гололедицу. Дорожная служба будет работать всю ночь. Будет выпущена вся наша техника для посыпки дворовых и городских территорий.